Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала, с вами Валентина. Сегодня я хочу рассказать о своем быстром завтраке и как его быстро сделать. Вот у меня такой термос остался от внуков, его приспособила. Беру вот этот термос, вот, беру стакан, засыпаю. Здесь вот у меня 3 ложки гречи. Прямо кипяченой водой заливаю целый стакан. Даже чуть-чуть можно вот так это делать. И опускаю сюда стаканчик термос. Все, накрываю. Второе, что я с вечера делаю. Беру термос. Старенький, но он надежный. Бросаю туда сушку. Этой сушечки достаточно. Так как у меня плодов шиповника уже нету, закончились мы все, я покупаю вот такие пакетики. И опускаю прям туда пакет. Все так же само заливаю кипятком и оставляю это на ночь. Не до конца высовываем. Вот так. Чтобы все, дырочка готова. Я туда запускаю. И этот мы так доделаем. У меня такое есть яблочко специально для микроволновки. Вот такое вот яблочко. Я его сюда кладу. Здесь у меня пупсик такой. Накалываем на него. Вот, накрываем. И ставим микроволновку. Вот оно. Вот оно какое. Видно или нет? Вот такое вот яблочко. Еще теплое. Вот такой напиток получается у нас. Отличный. Горячий. С кашей. На завтрак получилось. Разбухло там хорошенько. Ну, наверное, будет прохладно. Как я вытаскиваю? Вытаскиваю я очень просто. Стаканчик так беру. Раз. Вот он. И выкладываем. Вот видите, какая рассыпчатая получилась каша. Даже к стакану, вот, видите, полностью стакан чистенький. Ну вот такой вот завтрак. Как видите, 5 минут и завтрак готов. И шиповник обязательно нужно пить напитки с утра и потом кушать.